Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вы давно не можете определиться, кого завести, собаку или кошку, значит, это видео вам точно будет полезно. Американские ученые провели исследование и выяснили, что собачники и кошатники отличаются не только склонностью к определенному животному, но и чертами характера. В этом выпуске мы расскажем вам о признаках настоящего кошатника. Ученые из США провели ряд исследований, чтобы узнать различия между кошатниками и собачниками. Специалисты выяснили, что люди действительно подбирают себе домашних животных, исходя из своего характера. Собачники оказались во многом похожи на своих питомцев. В большинстве своем они экстраверты, предпочитающие активный образ жизни. Какие же отличительные черты нашли у кошатников? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 4 признака того, что вы настоящий кошатник. Кошатники, как правило, интроверты. Они дадут предпочтение чтению интересной книги, времяпровождению в шумной компании. Интроверты не боятся одиночества, поэтому не стремятся постоянно находиться в кругу людей. Кошатники с удовольствием проведут время наедине с собой. Владельцы мяукающих такие же созерцатели мира, как и их питомцы. Они больше склонны наблюдать за людьми, чем напрямую контактировать с ними. Еще один признак настоящего кошатника – любовь к времяпровождению в стенах дома. Кошатники чувствуют себя дома спокойно и защищенно. К тому же, так меньше вероятность, что вас кто-то побеспокоит. Можно спокойно наслаждаться временем наедине с собой. Мяукающий идеально подходит для домоседов. Их не надо регулярно выгуливать. Кроме этого, кошка всегда может составить приятную компанию. Как и кошки, их хозяева ценят свободу и независимость. Кошатники не любят, когда ими кто-то командует. Как и их питомцы, они предпочитают быть сами по себе. Именно эту черту многие владельцы кошек ценят в своих домашних животных. Кошатники также больше склонны к нонконформизму. В отличие от любителей собак, кошатники не так неукоснительно следуют всеобщим правилам и нормам. Американские ученые также выяснили, что кошатники более ранимы и эмоциональны, чем собачники. Как и их питомцы, владельцы мяукающих могут дольше помнить обиды и дольше переживать из-за неприятных ситуаций. Таковы основные признаки кошатников. Соотносите их с чертами своего характера и выбирайте подходящее идеально именно вам животное. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!